Подходит к концу первый весенний месяц. Вместе с этим меняется фокус внимания в вопросах содержания города. Начинается подготовка к месяцу чистоты и благоустройства. С 1 апреля коммунальные службы приступают к активной фазе работ по очистке дворов, промывке дорог, сбору мусора, мойке остановок и контейнерных площадок. Уборка на дорогах общего пользования уже началась.